беспредел. Скажите, пожалуйста, чем мне стоит заниматься в жизни, чтобы денег было достаточно много и нравилась работа? А вы хотите услышать то, что я вам скажу? Читайте. Нет, говорю вам серьезно, чем мне заниматься? Я могу вам сказать, если вы услышите меня, то все изменится. Если вы не знаете, чем вам заниматься, открывайте сайт, который называется Кубру. Выбираете книги по маркетингу, по бизнесу, по отношению, психологии и так далее. Открываете все книги подряд и начинаете читать. Вот сейчас идет суббота-воскресенье. Надоела одна книга, перелистайте ее вперед. Надоело читать, переходите к другой. Читайте другую, надоело, пойдите поешьте, ложитесь и снова читайте. Я вам обещаю, что вы найдете то, что вам нравится. Найти это возможно, и найти это нельзя в видео. Нужно это найти в книгах. Любое обучение есть сейчас в книгах. Книги – это то, что делает человека умным. Почему? В отличие от фильмов, где человек не включает свои синаптические связи, во время того, когда человек читает, у него очень работают синаптические связи. Они объединяют идеи, и после этого появляется некая электрическая паутина в голове. Чем толще такая паутина, тем человек умнее. Чем больше ума у человека, тем больше возможностей в дальнейшем этому человеку реализоваться. Понимаете, я не говорю ум в чем-то одном, я говорю об общем состоянии.